Записываем? Да, считаю, есть. Вон, все. Поехали. Да. В общем, Семенов, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе здоровья, счастья, чтобы все у тебя получилось. Вот мы приехали специально к самому крутому отелю в мире. Чтобы тебе отсюда передать пожелания и приветы там, короче, все. Ванечка, мы желаем тебе зарабатывать столько, чтобы однажды приехать сюда, в этот отель, на самый высокий этаж. Ночь в этом номере стоит 55 тысяч долларов летом и 80 тысяч долларов зимой. Чтобы, в общем, у тебя были финансы, которые позволили отдохнуть в этом отеле. Мы тебя очень любим. Все, автобус нас видит. Пока! Итак, Семенов, мы переместились на яхту. И теперь мы тебе желаем, чтобы ты купил яхту и катал нас. Потоми. Ну ладно, не потоми. Плывем, короче, мы вот здесь, в каком-то искусственном водоеме. В городе, да. Ванечка, еще раз с днем рождения тебя. С днем рождения. Перенесемся в следующее видео. Видно. Привет! В общем, Семенов, привет еще раз. Вчера мы тебе записывали видео из Дубая. Вчера нас там вообще ушатали, укачали. Мы очень устали, ничего толком не могли тебе сказать. Так, пользуясь случаем во всяких разных местах, поздравляли тебя. Ну а сегодня день твоего рождения, собственно. Мы хотим тебя, так сказать, закончить свое поздравление с Арабских Эмиратов. Уже более серьезно хотим пожелать тебе здоровья, конечно же, чтобы у тебя все получалось, чтобы все, что ты хочешь сделать, задумать, там, задумал, чтобы все у тебя сбывалось, да. Чтобы ты наконец-таки обзавелся хорошей семьей, не только в качестве, в лице друзей, но и, так сказать, в общем, жениться тебе пора, вот что я веду. Вот. Желаем еще, я не знаю, развития экономического, финансового какого-то. В общем, чтобы все у тебя было хорошо. Мы с тобой, мы тебя любим. Надеемся, и ты нас тоже любишь. Воспитанники твои тебя радовали, убеждали на батлах, чтобы твои какие-то новые победы в соревнованиях, в батлах, в жизни, в работе скорее все больше и больше пребывали. Будь счастлив, будь здоров, отдыхай хорошо, красиво, и не только в Таиланде, путешествуй больше, да, развивайся. Кстати, надо тебя сгонять в Дубай еще. Да не только в Дубай, везде побывать тебе, чтобы, Ванька, все у тебя было хорошо. Повторюсь, мы тебя очень любим, уважаем, ценим. Спасибо тебе, что ты наш друг. Все, крепко целуем, обнимаем. С днем рождения! С днем рождения! Ура! Ура! И тебе надо еще будет тоже проставляться, когда мы поедем.